нам злой админ вот приехал. Говорит, можно я, говорит, это сначала подготовлюсь к съемкам? Я говорю, нет, нельзя, надо сразу съемки делать. Не, ну я переоделась, конечно, да. Потому что меня там сейчас это... И мои шлапки. Наташа нам тут гостинцев навезла. Это все старшеньким. Это тоже курочки старшеньким. Виноград и такой старшеньким. А тут целый пакет, короче, кашек. Им йогуртов, рыбок. Сказала, буду с енотами вместе ловить это. В бассейне, говорит, рыбок пускать и печеньки. Сидят уже, смотри. Толпа, зай, заходите. Мария, Маш. Отходи, зай, ну по ногам не топчи. Открыть, бери. Ой, их на руки ой, бери. Пошли скорее. Скорее, дети. Снимай, да. Ой, дети, отчепись. Заноси, на диванах кладись. Скорее. Ну, что, говорит, поехал я за злым админом. А папа говорит, что не предупредили, что Наташа приедет, а не злой админ. Быстро. Это открывай это, старшеньким, став на пол. Зрань, давай, скорее. Зая, открой, давай. Ой, скорее. Вот быстро, давай. Ой, девки тоже зрали, вот тут. Нет, девки где-то бегают. Вон, одна в туалете сидит, вон сзади, Миша. Вот она. Девчонки. Зая, Мишанька под ногами. Давай, она, я пока сниму вас. Вот он, миска. Ой, миска. Миска идет кусать. Миска идет к миске кусать. Ой, тихо, упадешь. Мишанечка, иди садись. Феликс, коза, третья бутылка где? Девчонки, йогурты гостиничные едят. Да? Вкусно вам? Вам вкусно? Эх ты моя кайфушка. Чего, мясо съели, яйца съели, скажи. Да, и йогурты сейчас съедим. Ой, тихо, зачепи. Феликс, иди к маме, иди. Что, не получается? А ты его прям за мочку держи. Давай. На, не хочет, Лев, смотри, убегает. Сейчас, давай я сейчас.